Диана, первый вопрос. У тебя не было еще подиума в этом году. Почему сегодня мы видим тебя на пьедестале? Ну, я вообще начала плохо сезон, но на Россию я настраивалась долго, готовилась, надеялась попасть в четверку, попала, рада. Ну, конечно, могла бы получше, но я считаю, хороший результат. Чего не хватило тебе в полуфинале, как сама считаешь? Ну, считаю, скорее сил, потому что, в принципе, знала, как выиграть, и могла, и вела, но не удержала. И силы, конечно, надо бы потренироваться еще. А ты знаешь, что тебя смотрели твои родители, они тебя уже поздравили в комментариях. Давай скажи что-нибудь родителям в камеру. Я, конечно, не ожидала, что мама найдет это видео и будет смотреть. Ну, спасибо, конечно, моим папе, сестренке, там, привет. Очень рада, третье место хорошо, в общем, счастлива. Приеду домой, вот, поздравят меня, думаю. Хорошо, спасибо, и мы тебя поздравляем, удачи на следующих соревнованиях. Спасибо.